Ну ты чё, охуел? Ты чё, братан? Блять, я же сегодня стрим не закончу, получается. Спасибо, 2000, охуеть. Сейчас я заполняю таблицу Google Doc. Потом иду разбирать заново 5 хачанов, которые я сыграл. Чтобы понять вообще, где я обосрался. После этого 2-3 катки сыграю. Спасибо большое, прям качественно поддерживаешь. Больше, ну, все хорошо, я доволен. Спасибо большое. Сейчас, бля, прям солидно въебал, да, получается. Так. И все же, позволь, я продолжу вводить таблицу. Сейчас я покажу, что у меня происходит. Я вот заполняю табличку, потом пройдусь по разборам. У меня есть уже все. И потом продолжим. Так что пока что жди. Спасибо, что поддержал. Да, это не я предложил. Это мне предложили. Написал кто-то в чат. И все, я понял, что... Ну нет, типа, я все равно продолжу проебывать. Мне главное понять, где я не прав. Привет, лиса. Контент будет минут через 5 хотя бы. Дайте мне время.
Что такое? Так, давайте еще одна песня, последняя песня, и начнем. Сейчас я подготовился. Сейчас я глазки мне еще тут махаю туда-сюда. Давай, Лиса, посвящаю тебе этот трек. Здравствуйте, куки.
Так, все. Все, 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 все. Так. Так. Чай попил. Сорок сел. Святой источник рядом. Так, ну завтра турнир будет. Надо немножко подготовиться, хотя бы ментально. Что у нас будет сегодня? Все, кажется, музыка закончилась, перекусы закончились. 15 минут я просто сидел, хуйней занимался. Что мы будем делать сейчас? Я за прошлый стрим совершил много ошибок. И много людей дало мне совет, то, что я играл пассивно против трех ботов. Я боюсь нарваться, и я уважаю сильных соперников в виде трех ботов и змей. Поэтому, конечно же, я был скован очень сильно. Это не поменяется, скорее всего, я таким же и останусь, но попробую, может быть, чуть более агрессивным местами быть. Но нельзя так мыслить, типа, будь агрессивнее, не агрессивнее. Ведь каждая ситуация, она по-своему хороша, по-своему на нее нужно реагировать. Так, что я собираюсь делать сейчас? Смотрите. Я хочу сделать работу над ошибками очень короткую, по пяти ханчанам, тем, которые я сыграл. То есть, я сейчас беру 5 реплеев с предыдущей сессии и быренько их рассматриваю. Очень быренько на глазок. И хочу подметить прям на эти дикие ошибки, то есть то, что мне прям вообще ударило по мне прям разрушительно. Понятное дело, что Нага, в общем-то, адекватно приебывается и даже приебывается к ультра-мелким мелочам, которые там раз в году сыграют, но она приебывается. Но мне интересно знать, где я прям сильнейший ошибся, и я сейчас буду это разбирать. Так, ну, давайте, ребят. Так что те, кто ждали контента сейчас, знаете, контент будет, но, наверное, сейчас теория. Теория местами важнее, чем практика. Хотя я бы даже сказал, теория, блядь, важнее, чем практика, на самом деле, даже не местами. Так, что я буду делать? Вот у меня есть табличка моя, которую я веду. Поехали. Так, так, это мы сюда, это мы так, все вы видите. Надо бы чатик открыть еще на самом деле, чтобы я... У меня один монитор всего. Надо бы... Так, это мы нахуй. На столке со мной никто не играет. Это сюда, все. Если что-то Лиса напишет, я, может быть, замечу. Спасибо еще раз за поддержку. 2000 это прям солидно. Так. Не кинул юг первым ходом. А что кинул? Кинул 9 ман. Ну, не сильная ошибка, я считаю. Допустимая. Ну, можно было кинуть юг. Это было бы, конечно, чуть более логичный здоровый ход. Так, где-то стал 1 тусок, кинул 4 ман. 4 ман не считаю, что это прям... Он пишет, что 4 ман прям уверенно пишет. Но я не считаю, что 4 ман хороший нос. Потому что я хочу получить 4 ман ким коннектор и улучшить какую-нибудь руку до саншику. Получить 2 со здесь, и что у меня будет? Более хороший шантен, 2 со, 1 вышло. Если бы там 2 со не вышло, я бы, наверное, так бы и не сыграл. Если бы, допустим, скинул бы камеч или шимучи по 1 со еще одной, или хотя бы 1 здесь скинул не со, там я подумал бы, окей, ладно, у меня еще в игре есть 5 со, 2 со, много еще в игре, скорее всего. А так, типа, хуйня. 4 команды очень сильный вес имеет. Здесь я взял чи и начал кидать тройку со. Здесь я типа скрыл ту мысль, что хочу показать, что у меня не отодзуки, потому что если я беру чи, и кидая после двух центральных тайлов 9 пин из руки, можно понять, что у меня отодзуки. Ну, возможно, иногда это не смотрит, но человек это может подметить. Это очень такая информация. Хотя я, наверное, переигрываю. Здесь можно кинуть 9 пин вместо востока. На самом деле тут уже... Наверное, тоже мудрая мысль, и я почему-то начал думать, мне хотелось скрыть перед всеми, что у меня тодзуки, я вот за эту мысль зацепился, а это очень дорогая мысль. Так, ну вот, въебался. Можно сделать покрупнее? Подождите, я себе вот так сделаю. А, блять, ну... Так, как же мне сделать-то? Сука, сейчас, подождите, я понял ваш поинт. Ну, блядь, тут не работает так. Нажму F12. Да, F12. Нет, не F12, а F11 надо было нажать на весь экран. F12 это, блядь, я... Ну, вот, нет. Какие-то надо строечки есть.
А, темная тема, блять, охуенно. Скрыть никнеймы, что еще можно? А, спрятать руки еще можно, охуенно. А это что? Это ты меня куда на техночку бросаешь в реплей? Блять, куда я нажимаю? Ёб твою мать, верни меня обратно. Так, верни обратно. А, охуеть, тут еще такая хуйня есть. А, это пайфу. Пайфу по реплею. Слушай, а прикольно, что пайфу. Можно смотреть реплей, можно распечатать. Можно. Охуенно, можно распечатать можно и смотреть тенху на бумаге. Нет, на самом деле прикольная тема. Наверное, заебет быстро. Ладно, что у нас там дальше? Я посмотрел. Давай дальше. Так, тут всего одна ошибка. Причем я объяснил, что это наоборот не ошибка, это хороший ход. Хуйня. Дальше. Здесь я кинул 700, потому что хотел улучшиться. Ну, здесь 700, потому что хотел получить какие-то рямы на улучшение. И, в принципе, в 7 пин я мог поверить, но никто не кидал верхние пины, поэтому, возможно, 8-9 пин достойны сноса. Ну, тут не ошибка все равно. Небольшие есть потери, только если. Так, а здесь что? Здесь игра говорит мне сделать с могили 2 мана, а она могла против камеша не пройти. Это бот унесет. Здесь типа более безопасный тел есть. Тоже хуйня. Вот здесь я зря взял пон, это вот-вот. Это уже ошибка. Это я делаю скриншот себе на всякий случай. Чтоб потом, может быть, еще куда-нибудь залить это, чтобы потом поговорить об этом с вами. Здесь пон на востоке, это явно ошибка. У меня хороший реан. Ну, пон слева, у меня хороший реан шантен здесь. И у кири огромный будет. А я взял из руки перспективно, делаю 2000. Пон на востоке, хорошая ошибка. Ну, я не знаю, о чем я думал, волновался, наверное. Ошибся. Здесь правильно кидать первую шестерку со, потому что шестерка со в тенденции станет опаснее. Ну... Хотя, хз, конечно. Типа, пон на восьмерке со, рон на шестерке. Пон на шестерке реже рон на восьмерке. Поэтому порядок важен, а позиция принципиальная. Так. Кидать юг, цумагири юг играть. Почему ты начал скидывать 1-2 со? Это нелогично. Ладно, это просто нелогично. Тут пишет, что ошибка, что я не взял чи на этом тайле. Ну, такое, кстати. Такое прямо. Ну, типа, я никогда не выиграю эту раздачу. Скорее нет, чем да. Ну да, я согласен с тобой. Но для меня, нет, для меня, слушай, тут важнее другое. Для меня, у меня не такая градация. У меня не в процентах мыслю, я вот, если я замечаю ошибку, которую хочу подметить, то для меня это 100% должно быть решение правильным. Типа, смотри, правильное решение дает тебе максимальное мат-ожидание. Посредственное решение дает тебе посредственное мат-ожидание. И понятное дело, что нужно выбирать то, что даст тебе на дистанции лучший результат. Так что этот пон, он мне ничего не менял просто, это на востоке. Тут нельзя думать нет, чем да, ты не в покере играешь. Тут гарантированное решение должно происходить. Гарантированное решение с гарантированным развитием. 4 мана надо брать чи, 4, 2, 3. А я взял не такое чи. Ну, нормально. А здесь что? Здесь я кинул 3 пин вместо 3 со. Ну да, типа 3 пин будет опасно против Тоймана. Но я наоборот кинул 3 пин, потому что хотел, чтобы накинуть ее сейчас, пока Тойман не темпай. Тема не скинул ни одного ветра дракона и пинов ни одного не скинул. Откуда у него там хонится еще? Ну, он уже как в темпай, правда, но тогда я руководствовался такими мыслями и, в принципе, не сожалею об этом. Вот здесь прям козырный минус. Предлагается кинуть... Вот здесь нет, не в этой раздаче минус, судя по всему. Вот здесь предлагается кинуть 3 пятерки пин. Меня это, конечно, удивляет. Я бы здесь
Надо кидать рич плюбас. Я зербу кинуть рич на 6 пин, но я кинул это слишком только через ход. Ошибка, но если, я бы сказал, это мелкий недочет. Один ход не поменял картину. Я думаю, камеча 4 пин выпаться захуярил бы. Вообще не раздумывая. Здесь пон на белом взял. И кидать 4 ман. А, кидать 4 ман, потому что иногда в рука может быть стать хоницу. Вот еще причем причина. Все равно, если враг какой-то типа той-той. Здесь 8 ман кидать. А я кинул запад. Ну, да, кстати, 8 ман. Я начал собирать той-той в этой руке. 5 пин скидывать, потому что... Да, здесь лучше бы кинуть 5 пин, потому что у меня уже фриктайм вокруг здесь. Хотя тоже хз. Ну, это раздача тут зафолдил дальше. Че у нас тут? Кинул 9 пин зря, это я просек уже. Здесь кинул 2 восток вместо 4 сот. Тоже, кстати говоря, ошибочка небольшая. Это все терпимость, это все терпимо. Здесь все терпимо, ребят. Это все нормально, то есть... Вот здесь кидает единицы пин, потому что вот это надо посмотреть, это сильная ловушка или нет. Вернее, сильная ли это ошибка или нет. Кидать здесь единицы пин вместо чунов. Чуны это яку, я понимаю. Все-таки эта рука не будет пинфу прям 100%. У меня все-таки еще в со здесь проблема есть. А так, если честно, кину единицы пин, возьму пон на чуне. Получу 6 со. Ну да, здесь лучше было единицы пин кидать. И чуны будут более безопасны потом. Ну... Кстати, это доходит до ранга такой средней уже ошибки. Неправильную форму скидываю. Согласен с нагой. Здесь не взял чина 600 и не вышел топа на 3900. В принципе, если Шима сейчас достанет моя вот и накинет мне, будет приятно. Но я этого не сделал. Не считаю, что это ошибка прямо. Не считаю. Так, что у нас здесь? Здесь уже по мелочи. Здесь уже, по-моему, хуйня. Так, это был первый. Это был первый ханчан. Первый ханчан, две такие ошибки, которые, мне кажется, хороши достаточно. Особенно первая. Так, ну это все херня. Отсюда кинуть единицу ман. Мне кажется, кинуть единицу ман достаточно плохое решение, потому что чё как мне зайдет тройка ман, у меня будет сет. 8 соп в этом смысле плоха. Однако, с другой стороны, у меня есть Шантен, и единица ман будет опасна против Тоймана, а 8 соп, скорее всего, будет опасна против Тоймана и Шимыча одновременно. А у Тоймана уже 2 сильных дискарда, 4 пин и 5 со. Поэтому, наверное, 3 со не стоит этих усилий, и можно кинуть было единицу ман. Ошибка? Ошибка, но не прям супер зловещая. Так. Вот, еще я вот здесь кинул Ричи Номи, потому что 5 ман и 6 ман дают мне хороший... Были хорошие темпа. Я переусердствовал. Слишком сильно оценил свои силы. Никто не кидал девятки ман, семерки ман, шестерки ман. И я хуйнул речи номи на 8 ман. Идейно очень хуевая речи. Ну, да, наверное, стоит отметить это. Вот это тоже ошибка. Это речи, это ошибка. Я не буду сейчас долго об этом думать. Я мог бы сейчас, наверное... Полчаса сидеть, что-то объяснять, говорить, но это в этом нет смысла. 5 пин здесь взял Чи и стал идти в Таньяо. Это не ошибка, я здесь... У меня был план. Я атаковал Камичу. Так. Вот здесь я пиздец ошибся. Не вот здесь. Хотя вот здесь, наверное, тоже ошибся. В чем разница между... А, 4 соп будет более опасно потом, ее нужно кинуть прямо сейчас. Но вот здесь я ошибся, вот эта ошибка максимально сильная. Я Ишантен поменял на Ишантен, но при всем прочем, мое Укири очень слабое в монаха. У меня возле Дора все находится, и весь мне хуй кто что кинет. Четверки нужны, двойки ред, двойка одна всего, тройка тоже. Вот здесь точно ошибка, это надо запомнить. Этот пон я... Сжадничал. А у меня вроде как у Тойма нет пятерок ман. И у Шимыча мало, может быть, там не может немного пятерок ман. Хороший Шантен сижу и че, куда спешить-то. Но в заснос востока меня не осуждает. Почти ни один мой наброс, кстати говоря, вот это очень важный момент, я сейчас его еще раз продублирую.
Ни один мой наброс Нага не, по-моему, не порицает. Это меня чуть сводит с ума. Так, ну здесь хуйня, здесь ничего интересного. Так. Вот здесь такие ситуации, типикл, блядь, для Наги, типа, получил двойку сон, но это случайный этап, просто кинь его и собирай дальше свою руку, чё ты паришься, Шимон? А там хуяк, блядь, и кувай коридоры, пошел нахуй, блядь, следующий ханчан. Ну, типа вот, здесь я смог не накинуть. Нага все таки здесь типа север вперед других тайлов. Почему север вперед других тайлов? У меня рука пинфу, блядь, и мне никуда здесь не пригодится. Какая-то. Здесь кинуть 7 пин вместо единицы со. Ну, на самом деле, да, это правильно. Здесь ошибка. Но это базовая ошибка, я не знаю. Нужно просто собраться с мыслями и такую хуйню не делать. Я же потерял у Кири и... Не знаю, может, мне просто моя рука не нравится. Но возле семерки пин даже дор нет возле семерки пин. Чё я парюсь? Так. Третья кнопка сверху. Вот это? А, я понял. Вот, спасибо. А что я здесь сделал? Я здесь кинул 4 со. А надо было тройку ману. Тройку ману просто засаду уже кидать. А здесь надо было кинуть... Здесь это мелкая ошибка. Окей, спасибо, да. Это может... Здесь это хуйня. Здесь что? Здесь кинул 9 пин вместо 7 со. Ну, 7 со меня как-то уже напрягал на самом деле здесь. Ну нет, 700. А 700 мне не нужна, потому что у меня в дискарде, блядь, 7800. Зачем мне это ставил? Ладно, все хуйня. Здесь я кинул 2 сон. Здесь, по-моему, я собрал руку, потому что я гений, нахуй. Вот, я это уже объяснял, пошел в стрим. Здесь я кинул единицы ман, пошел собирать Таняо через сброс 4 единиц. И собрал Таняо. А в Нага, блядь, мне говорит, скидывай двое купины и все. Так что... Нет, Нага ошибается. Здесь вот я... Да, вот здесь это не сильная ошибка, не сильная ошибка. Хотя вроде бы написано, что сильная ошибка. Я просто на память сохраню, чтобы потом разобрать у себя в группе. Я уже объяснял, что здесь, да, действительно 9 ман лучше снос, несмотря на то, что у меня в дискарде 8-9 пин. 9 ман все равно лучше снос. Я могу это еще раз объяснить. Если Ермандр попросит, я могу это еще раз объяснить. Здесь очень умный ход, на самом деле. Но вообще нихуя не очевидный. Почему здесь 9 манки, а это не 8 пин? Я кинул 8 пин. Давай, хорошо. Смотри, чем я руководствуюсь? Когда нужно... Я кинул 8 пин, потому что типа я могу получить там 6 ман, 7 ман, 8 ман, 9 ман, 6 пин, там многие, очень многие разные со, и имеет темпа, и это типа будет круто. Но на самом деле мы здесь сравниваем 9 ман и 8 пин, понятное дело. Почему снос девятки ман лучше? Потому что если я получаю со стены... смотри, у меня 9 ман дает у Кири на... 9 ман дает у Кири на 6, 7, 8, 9 ман. 4 вида тайла. А 8 пин дает у Кири на 6, 7, 8, 9 пин. Тоже 4 вида тайла. То есть, на самом деле, они почти равнозначны. Но есть нюанс. Если я кину 9 ман и вытащу шестерку ман со стены, у меня будет 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ман. И тогда я скину 8 пин, и у меня будет охуенный и шантен и в манах, и в соу. И то есть, типа, на самом деле, шестерка ман является тайлом, дающим у Кири второго порядка в этой ситуации. И поэтому, типа, снос девятки ман не теряет шестерку ман. То есть я получаю 4 вида тайла в пинах, остаю, которые мне дают улучшение, и шестерка ман, которая потом мне еще может улучшать меня. Не говоря уже о том, что я еще там в Таньяо могу пойти. То есть получу там, скажем, кину 9 ман, вытащу 6 ман, скину 8 пин, и потом достану там 4 со, 6 со, 5 со, там, разные болду, мне будет что-то Таньяо. Так что здесь, как бы, из-за того, что у меня пара уже есть в руке 4 пин, у меня пара еще может плавать там в манах. То есть просто чистая value в том, что у меня еще есть у Кири. Так-то понятное дело, что я здесь
должен мыслить, чтобы у меня в СО были хорошие многосторонки, ну, как бы так к этому стремиться. Но есть еще, типа, знаешь, этот куриный бульон, точнее, яичный бульон, хорошая микровэлью при сносе дядьки Ман. Добрый вечер. Угу. Здесь кидать икухай мне не нравится, потому что... Хотя, в принципе, можно было бы кидать здесь икухай, но я предпочитаю 1-2 сос носить здесь. Потому что, в принципе, рука может стать хуницей, но, с другой стороны, у меня в пинах Акадора. И за то, что у меня в пинах Акадора, я... Двойная Эдуард даже. Я здесь должен играть по скорости, а я начал, по-моему, 1-2 сос кидывать, как я люблю. Так. Взял чи на четверке и начал скидывать, начал идти в Таньяо. Ну, в Таньяо здесь по адекватно идти. Здесь говорит кинуть 9 ман вместо единицы пин. А я что сделал? А 9 ман чё? Ну да, кстати, это логично. Это очень логичный тоже ход. Порядок сносов у меня ебанутый тупой. Почему? Я объясню. Камичи не может дать на единицу пин, зато может дать на 9 ман. И надо было бы выбирать правильный порядок здесь, а я его и проебал. Так, это был второй ханчан. Ну, явно ошибки есть. Блять, на самом деле меня заебало разбирать уже. Вот давайте третий ханчан разберем и пойдем нахуй отсюда. Что-то меня надо разбирать, скучно нахуй. Во, вот здесь я должен был скинуть... Что я должен был здесь сделать? Кинуть 8 ман? Нет, 8 ман хуйня, снос. Сумагири 5 пин на самом деле тоже хуёвенький снос, но... Нет, 5... Сумагири 5 пин нормальный снос, потому что я еще не знаю, где 4 пин. А вот теперь я типа скоро узнаю, где 4 пин. Скоро ведь я узнаю, где 4 пин. Вот этот кан меня напряг... А, подожди. Да, вот здесь ошибка. Вот это прям железная ошибка, нахуй. Это просто стальная ошибка, блять. Это вот топ ошибок всей сессии. Камичи скинул 5 ман крафт, ну и с таким дискардом он явно скинет мне еще и семерку ман. Поэтому я должен был скинуть 7-8 пин, учитывая, что 7-8 пин не дыра. Не, точнее, не дора, там нихуя. Просто есть еще 7-8 пин проброс. Тут явно вот это просто железобетонная ошибка. Вот это железобетонная ошибка просто, железобетонная. И вот тут все просто горит, говорит мне, что скидывай 7-8 пин. Еблан тупой. Я вот просто... Ты мне сказал, что 7-8 пин надо было сносить? Это просто, блядь, для меня взрыв нахуй мозга. Я еблан не заметил. Кстати говоря, вот этот кан на шестерке со... Он написано, что обязательно, по-моему, да? Написано, что 100% надо делать. Я не понимаю, блядь, что означает. Что здесь написано, блядь? Кан, не кан, блядь, что делать? Ладно, хуй с ним. Я объявил и... Нихуя. Так, очень важный момент. Я достал пятерку сок, которая идет from Shimachi. И что мне говорит бот делать? Кан. Ну, так, ну я его все-таки зассал. А вот здесь что говорит бот? Кидаешь четверку ман, типа. Здесь бот сопротивляется, типа, при заходе 3-6-9 пин. Типа 5 сом можно еще так на тоненького кинуть, он считает. Ну, 6 ман мне очень не нравится, потому что. Хоть я и вижу, по-моему, КБ пятерка ман, да? Или КБ четверка ман, да, КБ четверка ман вижу. Но еще есть одна восьмерка ман. Типа, не, ну не может быть такого, ну не бывает такого, что, блядь, Шимыч кинул 8 ман, потом 5 ман, и у него не оказалось в манах ни одного сета, блядь. У него явно в руке должна быть еще какая-нибудь хуйня, типа, с пятеркой, с восьмеркой. И эта четверка нихуя не сейф. Так. Так, все какая-то хуйня, неинтересно. Вот здесь что-то, да, здесь что-то сильное. А, так, совет, начинай с двойного, если у тебя нормальная рука, или вообще просто скидываешь ветра дракона, начинай с двойного ветра, это да, это... Ошибка, но не дикая. Я не взял пон на востоке, потому что хотел собрать что-то подороже. И тут началось. Я потекла малафья. Так. Если не хочу даже смотреть, блять, он мне просто сейчас будет за всю залупу говорить. Вот этот пон на этом востоке, я молодец, что я не взял, потому что здесь уже и шантен. Но... Да не, все нормально здесь. Вот здесь типа говорит... Здесь говорит мне игра мудак, что взял этот чи, но я весь вижу... Сбор руки через открытие и снос юга и двух востоков. Типа... Я здесь не считаю, что я мудак.
Здесь нормальная раздача была. Несмотря на то, что он мне показывает, что ошибку в каждом ходе, я в этой раздаче чуть ли не горжусь, блядь. Все у меня нормально тут. Здесь я кинул запад вместо Диакиман. Почему? В чем разница? Типа, Тойма кинул 5 маны, 5 со, и нужно заметить, что типа он уже опасен, и поэтому кидать 9 ман, да? Плюс у меня рука ничего не стоит, поэтому 9 ман. У меня и так много блоков. Ну, есть. Point. Не взял чуна. А чуна он прямо говорит, жми нахуй, жми ёкарный бабай. А я не взял. Ладно. Вот этого чуна я точно не должен был брать, потому что после пона на чуне у меня какая-то хуйня, а не рука. Блять, получаю. Вот здесь я ошибся, наверное. А я взял. Я не взял чина 8. Я мог взять чина 8 пин и выйти в темпай на 2 маны и 5 пин. Но это было бы бомжатские 2000, которые мне нихуя не решали. С другой стороны, типа, лучше закрепить хуйню, чем сидеть в говне. Ну, тут есть логика, по которой можно было взять чи. Срасталась рука очень хуёво. Я не знаю, это, я не считаю, что это ошибка, что я пропустил это чи. Хотя, с другой стороны, меня чё, 4 пина, 6 пин улучшают. Как-то очень мало тайлов, которые дают мне что-то хорошее, поэтому можно было и взять. Чи слабое? Ну нет, оно не слабое, просто идейно. Я все время пытаюсь играть идейно, а упускаю просто обычную, простую, маленькую выгоду по мат-ожиданию, которую мне Нага здесь пишет. Я чувствую, что движок ощущает, что мне здесь взять чи будет просто чуть-чуть, но хорошо, типа... Типа, вот эта вот маленькая разница, это разница между седьмым данным там и шестым данным, ну или там прочее, что-то такое. Типа, возьми и не пожалеешь, скорее всего. Ну, точнее, не скорее всего, а часто не пожалеешь. Вот здесь чего я ошибся. Здесь я кинул... А, здесь камень черечнул, а я решил пушить девятку пины. Он говорит, кидай гембуцу для куман. Я не кинул гембуцу. А что, подошел ничья. Если я кинул белого вместо запада, вот, прикольная тема, он постоянно говорит так. Типа, смотри, чувак, у тебя белый безопасен, а запад у тебя в руке. Рука часто будет пинфу. Скинь запад вонючий, оставь безопасный белый. Но с другой стороны, запад может дать мне в пару, и у меня будет пинфу, у меня пары нету. Ну, тут хуй просышь. Я думаю, что запад здесь оставить не ошибка. То, что я 8 ман кинул отсюда, наверное, все-таки уже мелкий косячок. Можно придержать запад. Ну, не знаю, хуй его еще знает. Вот, здесь я получил тройку со, и я ее запушил. Против Ричи Камичи и Шимичи. Ну, мне показалось это адекватным пушем. Так. Вот это ты приебываешься вообще, мне дико не нравится. Типа, кидай ничуна, кидай зеленого первым ходом, блядь. И прям, знаешь, такие полоски, блядь, я в ахуе просто. Я кинул чуна. Вот я вам сейчас скажу, я сейчас объясню причину, вы просто обомлеете. Я кинул чуна, потому что я не вижу белых. Белые чаще будут... А, рюисо, серьезно? Ты чё, блядь, у меня 5-7-700, ты чё? Прекращай. Я кинул чуна, потому что я вижу зеленого. Типа, зеленые чаще реже будут в индикаторе урадоры. А белого ни одного не вижу, поэтому белый будет чаще в индикаторе урадоры. Поэтому кто с чуна лучше, чем кто с зеленого, блядь. Вот здесь я немножко прихуел, то, что я белого задержал. Можно было так не играть. Но нет, здесь я нормально все сделал. У меня из этой позиции надо было так играть. Вот здесь я прикольно, блядь, вышел в ретен танки на зеленого. Нет, ну у меня игра просто выебала во все щели. Камича речует, у меня все его ауты, блядь, в руке. Ну нет, я его всему достаю еще. Нет, на самом деле игра меня выебывает прям дико, без удачи какой-либо. Игра говорит, кидай двойку ман отсюда. Ну, в принципе, логичный смысл, зачем я держу здесь. Какую-то хуйню страдаюсь, честно. Чеченько, типа, гентайла бесполезно держу. Вижу, я вижу, почему я, типа, проебываю. Я вижу, почему я проебываю, в принципе. Так, здесь кидать с севера, я кинул тройку ман. Ну, я шкварюсь, блядь, уже какую-то хуйню. Я думаю, я читаю. Из нормальной руки, которая еще даже не Орос. Тут говорит брать пон. Ну и что, я возьму пон, и что я буду делать? Блять, ну это пон, я не знаю. Пон и попробовать и в той-той, раш. Пон слева. Ну, в принципе, ситуация интересная. Но это не сильная ошибка, я считаю, опять-таки. Но у меня есть утопия. Я все равно нихуя не владею здесь ничем.
Японцы слева, а не справа или стоймена. Ну, что мне это дает? Ну, стоймена взял. Игра говорит, что ты север держишь? Ты что, еблан, блядь? Скинь север, получи пару чинов, собери яку с чунами. Будет интересная ситуация, будет интересная ситуация одна вот здесь. Игра говорит мне, кидай 7 со, потому что 8 со охуенно ждать. Ты видишь КБ 7 со, и в 8 со кто-нибудь может захуярить. Типа игра... Вот здесь игра правильно говорит, здесь правильно игра говорит. И это хороший, отличный поинт. Я считаю, что здесь ошибка. Здесь надо это закрепить, этот момент. Что здесь надо с такими очками, в такой позиции, надо рисковать и кидать 7 ман. А не ссать и кидать 8 со и ждать на какую-то хуйню в виде 7 ман. КБ 7 со видно? Видно, все, блядь. 8 со чаще выиграешь. И еще один поинт. Еще один поинт. Типа, то же самое. Два юга есть, и могут их накинуть. Все, разобрал 3 ханчана из 5. Да, я посчитал, все ман опасны, но мне об этом вообще нельзя было думать. Мне нельзя было думать о том, что она опасна. Не нужно было просто идти вперед. Игра в маджонг часто, это часто рандом. Нужно в некоторые моменты игры нужно менять педали, менять свое мировоззрение и типа думать, так, вот типа раньше ты думал, это опасно, я не могу это кинуть. А сейчас ты думаешь, я в говне, и типа я кидаю случайный тайл, он может пройти, может не пройти. Но вот если я кину это, значит я выиграю чаще на этом. А, ну, типа как-то вот так считать, рисковать. Так, ну чё. Три ханчана я сыграл. Вернее, три ханчана я проанализировал. Как бы проанализировал нага, я ничего не сделал. Ох, ну что, ребятишки. Давайте сыграем с нагой. Как вы считаете? Получится ли у меня сегодня выиграть у наги? Бля, я думаю, кто-то поставит, что не получится. И сука, ведь это будет хорошая ставка. Давайте. Ну давай. Маджонг. Так, значит, вот опять-таки опрос. Я предпочитаю с таких рук начинать с драконов, потому что здесь есть формы, есть блоки. Я оценочно, мое оценочное суждение очень высоко в таких руках, то есть она будет достаточно быстро собираться, и она, то есть в ней есть формы. В этой руке есть формы. Вот 8 ман, наверное, не стоит ничего в этой руке, я не буду передерживать. Потому что противник скинул 2 девятки, у меня уже все есть, мне тут не надо цепляться за что-либо. Ну, зайдет дабл рич, значит зайдет. Что поделать. Это, кстати, может быть, был не он. Я не знаю, кто-то другой может был. Причем сила наги, она вообще бездушная, скотина. Ей, она вообще играет, ей поебать, у нее свои тут размышления. То есть, типа, не думает там кидать дракона, а просто... Знает, что дракон ей не пригодится и кидает его. Как можно раньше. Бля, ну вот как с такой удачей выиграть? Ну вот хорошая рука была со старта. Восток, восток, запад, запад, запад. Ну, если я достаю эту хуйню, кто-то другой эту хуйню не достает, блядь. Вот. Очень простая логика в игре. Не, блядь, больше вообще без комментариев, ребят. Вы видели стартовую? Она вроде бы не дикая, но и не хуёвая. Знаете, уже вот имея сейчас мой опыт, который у меня есть, мой опыт игры, я уже чувствую, что Шимыча, Камича или Тойман уже сейчас могут домотенить. Все три могут сейчас домотенить. Все трое могут домотенить прямо сейчас. Это вообще не иллюзия нихуя. Дискард Шимычи внушает для меня, блядь, тихий ужас нахуй. У Камичи тоже, у Тоймена тоже. Сейчас Цумагири речи нет. Блять, я хоть говоря и Шантен.
Ну, 9 соп, идея. Че уж единицу соп кинуть? Ричи Дора. Нет, на самом деле я сейчас я с собой немножко рад, потому что на момент 9 хода я определил, что я абсолютный аутсайдер этой раздачи, и что все три соперника могут домотенить. Я считаю, что это было хорошо с моей стороны, так увидеть эту ситуацию и так ее прочесть. Так, все три кухонных тайла хороши, я, наверное, два купин кинул. Возможно, Нага скажет мне, что надо было кидать белого или зеленого, но... Пошла она в жопу вообще. Бля, я не знаю. Я иногда с ума схожу с этим аджонгом. Так, отлично. Мне нужно достать 5 со, 3 со, 6 со, 4 со. И 4 доры. Прям вот вообще 7 сов выпацу, не думая. Как он это делает? Просто, знаете, нулевое мышление, моментальный снос. 7 со. То есть, это как это происходит? Шимыча думает, что я жду на 7 сос. Три пин. Ёб твою мать. Они сговорились там, блядь, я не понимаю. Как Шимыча кинул мне в ричи 7 со и 8 со? Вот просто как? Как он, блядь, Шимыча мне кинул в ричи 4 со? Как он мне кинул 7 со, 8 со? Как? Как это сработало, блядь? Вот как Шимыча кинул эти тайлы, они прошли, и Томин взял на этой хуйне чи? Вот как он это сделал? Как? 7 и 8? Как? Он кинул... Эти два тайла, он кинул эти два тайла, а затем начал фолдить из пары. Ну где здесь логика, блять? Как это срабатывает? Вот он принял решение сначала, ну, условно говоря, запушить, я это по-другому не расцениваю. Кинул два опасных тайла. Он не кинул ни из пары, он просто, блять, кинул. 700 судзи тайл, который я кинул Ричи, это другое. Это необычное судзи. Вот как это сработало, блять, сейчас? Просто, ну, не, я смотрю и не понимаю, как это, блядь, ты кинул, это все прошло. Вторая пятерка ман из руки, ну, тут, наверное. Так, что я вижу? Я вижу, что 5 пин можно кинуть. Но это читой, а тут это читой, потому что в другом как-то сложно собрать руку. Семьсот судзи, ну, судзи. Я знаю, что такое судзи. Так, ну давайте полумеру, наверное. 700 это полумера, потому что я еще могу уйти из такого... Нет, наверное, уже не могу. Уже не могу из щита уйти. Блядь, ну это тупо, я дилерство свое сдаю под предлогом сбора какой-то хуеты. Мне, конечно, такие аргументации вообще не нравятся. Это дора. Не, еще можно еще. Бля, дирса свое сдаю на самом деле на ровном месте. Меня этот читок напрягает. То, что вот я на ровном месте сейчас отдаю дилерство. Я не взял пон на юге, ни на первом, ни на втором. У меня в руке нихуя не закрывается. Вот я как бы в пункте и шантене прибываю. Ну, я кину 4 мана отсюда. А там посмотрим. Я нашла единица ман, потом еще вторая единица ман в пару. Это, конечно, прикольно. 6 ман.
Думаю, здесь трое команд хороший снос будет, но немножко опасный. Да, 4 пин, казалось бы, можно и не кидать. Давайте двое команд кину. Странные обстоятельства, то что я не вижу ни одной двое команд, потому что слишком уж повыходило все. Там жет на 3 пин. Окидоки. Так, я и шантенсор в даче. Добрый не заехала. И че, вот мне кидают зеленого дракона, что я делаю? Блять, я вообще... Вот мне кидают зеленого дракона, и че? Вот вообще, и че делать? Так, нахуй. 6 пин. А потом, если что, будем скидывать сошки. Угу. Так намного лучше. Так намного лучше. Так, ну если что, можно пойти в хоницу здесь на монах. Я думаю, после пона на зеленом надо прям уверенно кидать отсюда 8 пин. Прям уверенно кидать 8 пин при заходе манов. Бля, я если возьму это чи, это будет хуета прям полная. Возьму это чи, еще у меня будет и шантей на хоне цуноми, да это просто куром насмех. А это что? Это, а это темпай речиноми. Я не буду такое форсировать. Это не моя игра вообще. Так, это уже поинтереснее. На 4 ман и зеленого у меня Минхон. Бля, ну давай. Бля, ну я должен кинуть. Там я кинул север, поделал у него недорого. Сука, как же вы это делаете? Там я кинул двойку ман. Блядь. Танки на адский восток. Серьезно, нахуй. Бля, ну чему я проебываю? Чему я проебываю? Вообще ничего не срастается, я не знаю. Это, блядь, скилла не хватает или не везет, блядь. Ну чё за хуйня, а? Каждый ханчент, блядь, на 4 месте. Да стоп. Ну давайте, я не знаю. 2 дракона, шампайн и рука... Так себе местами. Все равно буду 1-2 пин прокидывать. Все равно я в этой руке буду прокидывать 1-2 пина и единицу ман. Хотя я даже, наверное, 1-2 пин вперед и единицу ман прокину. Слишком слабо у меня здесь они находятся. Слишком слабо 1-2 пин. Я, конечно, еще дам им шанс вытащить троечку, но долго держать не буду, скорее всего. Сейчас прокину это все. Ой, блядь, я не знаю. Сейчас Нага точно скажет мне, что я долбоеб, что я скидываю форму из такой руки. Но пошла она нахуй. Я, бля, по-другому не умею играть. Я ничего не могу сделать с такой удачей, блядь. У меня, блядь, только страдания нахуй. Сука, почему никто не кинул зеленого? Я же сидел нормально, блядь. Никого не трогал.
Ну, бессмысленное че, брат, не хочу здесь. У меня шампанный зеленый чун в руке. Ну и куда мне их сувать? Ну, ебанулись. Ну и... Ладно. У меня даже не шантен, что мне выебываться. Посидим, попердим. Нам не привыкать. Черт, Восток еще не такая принципиальность у меня здесь на атаку. Отаку. Запад какой-то вообще. Где он? Здесь. Что у меня в глаза все нахуй рябит. Приходится прищуриваться. Ресурс Шимыча. Я думаю, Шимыча, который фолдит 3 тайла подряд, никакой чип брать не будет в этой раздаче. Еще одна Дора. Четыре семь ман. Пин, а Ричи Акадора всего лишь. Итак, следующая раздача. Я не буду здесь рашить конницу. Блядь, ну чё, чё ты мне такую хуйню раздаешь? Ну давай, нормально, блядь. Пизда. Я уже проебал, блядь, три хача на из пяти. Чё тебе еще надо от меня? Я не вижу смысла кидать сюда драконов. Ты сильно Чанту не любишь. Если я буду идти только в Чанту, я вообще перестану собирать руки. Чанту я люблю, но она должна быть в руке, чтобы я собирал. Здесь Чанты нету. Здесь есть что-то другое. Очень привычное для меня. Блять, я просто за какой-то заебанный сегодня. Можно не ебать меня, пожалуйста? У меня всего одна попа. Нихуя себе! Двойная Дора просто. На! Я не знаю, как тут, блядь, играть. У меня ничего не закрывается. У меня шампанный белый, зеленый, и я снова иду нахуй. Я уже терплю, блядь, как не знаю кто. Терпила Индастрис. Ну, все ясно, блядь. Два ман, все, блядь, давайте, наберешь. Наберешь. Ну, конечно, ты вытащишь Цуму. Так, ну здесь вроде бы все очень просто. Хотя сейчас дает какая-нибудь семерка ман, восьмерка ман, наверное. Надо все-таки в читу опять идти. Как иначе-то здесь играть? Вот, сука. Я не буду. Я не буду. Блять, пон.
Я не буду здесь хуевертить. Я запускаю стрим, чтобы страдать, нахуй. Не могу, блядь, я терпеть эту хуйню. Ну и хули это затаял. Ну, все уже тут. Шах королю, можно сказать. Нет, на сносе семерки. На этой ноте я иду нахуй. Вот на этой. Уже все понадкрывались. У меня. Ну, не говорит, что я пассивный, блядь. У меня тут ничего нет для атаки. Пожалуйста. Только не говорит, что я пассивный был в этом кончании. Это у меня иначе сразу же позорвется. Да, братан, да, вот и вот именно той, блядь, сейчас ты соберешь. Конечно. Сука, здесь надо открываться. Здесь нужно радикально играть. Здесь прям супер радикально играть через той. Тут без. Если я не соберу сейчас той 2 и кухая, я точно еду в Магадан. Даже вот так буду играть. По-другому здесь и не сыграть. Блять, я не хочу этого. Да почему меня так троллит? Понятно, что у кого угодно, только не у меня, блядь, чунете. Да похуй. Нага скажет, что я ебанутый, а мне тут нечего терять. Это, блядь, невозможно играть. Бейте, блядь. Закопайте. Рука Шершова. Сейчас косарь соберу. Ну, в косаре есть смысл, кстати. Рон. Инфу 2 доры. Во. Мой кан дал камичи 2 доры. И после этого камня мне дотоймо на 7600. Вон. А 7600 это, сука, 5200. Это под сумму, да. Охуеть. Кан дал камичи 2 доры. И сейчас дотоймо мне 7600. Я беру сумму 5200 и обгоняю Тоймана на 200 очков. Только осталось 5200 найти. Может быть, я зря взял это чи. Может быть, зря взял чи это. Кстати говоря, а чи? Ну нет, ну это какие тут ветра. Блять, 2 пона ветров и 2 одиночных. Это, конечно, фантазия. Сейчас собирать здесь. Блять, чи на самом деле какой-то всратый. Зачем я его взял? Нормально же сидел. Нормально все было. Не видно чунов.
Блин, ну у меня темпа нету опять. Нага будет недовольна тем чин. Да я тоже что-то, знаешь, не супер довольный. Пиздец, ничего не закрывает. На тем он на тем показать может, и все будет заебись у него. Хотя 9 ман кидает. 9 ман на Тойман, на это нихуй моржовый. Скорее всего, там какие-то доротки есть. Пизда, вообще не закрывает. Ну, блядь. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Вы что, ебанутые? Даже, блядь, Камича мне ничего не кидает. У Камича просто легчайшая, если там по помощи мне. Хотя нет, даже не легчайшая. Начуна. Ну тут без разницы, что так четвертое, что так четвертое. Получил, блядь, темпай последним ходом, понятное дело. Hi, my challenge going very, very bad. I'm lose 4 games in 6 games. Ну я взял ожидание, чтобы взять чаще взять сумо, но я даже тел со стены не брать не буду. Вот я вот здесь почувствовал, что Тэмон начал фалдить. Когда вот Тэмон скинул три пины из руки и скинул вторую тройку три пины из руки, я понял, что Тэмон фалдит. Но он просто перестроился на маны, которые он боялся кинуть, и я ему накинул этими манами. Генитально, блять. Давайте я даже рассматривать это не хочу. Ну вот этот чей ругать будет, да, он будет ругать этот чей, я... Чей плохой очень, наверное. Да что я, блядь, сделал вообще? Да это хуйня чей. Я вообще темпай брал, блядь. Если бы я взял бы чей, я взял бы темпай. Лол. Я даже не хочу это рассматривать, у меня тильт. У меня тильт, блядь. Я не знаю, я... Вот я поясню свою ситуацию, поясню свою позицию. Я сижу, блядь, до четвертого юга сосу все раздачи. Мне заходит такая рука, я уже просто не человек, нахуй. Я теряю самообладание. Я теряю... I'm losing self-control. And start losing more and more. Короче, блядь. Пизду. Где у нас там... Сейчас, так. Я занял четвертое, первое занял кто? Тома занял первое. Шимыч занял третье. Блять. Сейчас посмотрю, кто какое место занял. Погнали. Еще карту. Я ебал это разбирать, серьезно. Пошла эта игра нахуй. Вот топон. Я не понимаю, блядь. Как так все получается, что я до Оруса вообще ничего сделать не могу. Сейчас, секундочку. А кто победил? Победил Камича. 38 900. А то вот именно 38 400. Ну, на турнире так нельзя было бы играть, конечно. Бля, брать ли кан? Наверное, никогда нельзя брать кан. Слишком много кири дополнительно я получаю в этой раздаче.
Ну, пизда, у меня раз это самое разуплотнило. Будем толерантными. Ну, пизда, у меня два ханчана в минусе. В одном 13, в другом 6. Там он речнул дорой. Охуенно, вообще охуенно. Gonna play in snow tiger cup. I don't know, maybe. Блять, у меня столько тайлов октавы 6-9 пин, что я сейчас камичи нахуярю. Я это против камичи очень опасно. Должно ли меня ебать то, что он так сделал? Наверное, да. We shall see you in it if you do. Okay? I don't know. I don't like Mahjong so at all, but if there is will be any prizes, maybe I will try to play this game. I don't know. I think you don't know about Russian tournament which starts tomorrow. Our sponsors in Russia make tournament with huge prizes like 10 $10,000. Well, price pool is $10,000 in Russia. Tournament starts tomorrow. It's not joke, and it's very interesting situation. It's about 50 participants, 50 players, and I'm one of them for sure. I will stream it tomorrow, and it's a way more interesting game because it's like all Russian best players will play this event. I can't await this, so I will try and will play this game. Стримить буду, он начинается в 10 утра завтра турнир, я думаю стартану в 9:50 с задержкой, там мизерной задержкой, там 5 минут. Ну это не мизерная. But right now I don't feel like there is any interesting, is there is any other interesting games for me. Because I just want to play against Naga and teach myself to become a stronger player. I feel like I am waste too much in this game. I need to become stronger because other way I will just lose to average school boy from Japan. And yeah, even if I celestial or better, it's nothing compared to Japan. As you can see, I am losing too much in this game. Right now I'm playing just against three Tendans, three Nagas, and they beat me to very strong beat me. So I need to improve myself. I'm just so unlucky for these games. It's like I make only one sumo mangan in 7 games. I don't know how it works, because most of times I make sumo haniman in every game, but right now I can't do anything. They just beat me every time. I'm take some kind of pleasure from this, because I don't lose a lot of money and a lot of my time. Не хочу брать такой чин. Блять, ну куда? Ну вот что это за хуйня? Ну давай так пока. Вот мне похуй. Мне похуй. Я буду это кидать. Сосите хуяку. На! Сейчас я тебя разъебу, блядь, нога вонючая. Сейчас я тебя, блядь, просто разъебаю устрою. Давай, темпай. Сука, это не темпай.
Nagabot is very strong component. I'm starting to cry just by play against this. Ой, блядь. Ну давай, ладно. Думаю, пройдет. Так, у меня есть вариант говна. Полный вариант говна. Взять пон, блядь, и скинуть единицы пин. Это прям такое говно, блядь. Я думаю, это хуйня полная. Пизда вообще не заходит. Не, ну, блядь. Ладно, заебал. I feel like 9-so is pretty dangerous style, but I don't want to discard it. One, two, three, four. Okay, Temu, don't wait for 9-so. Четыре семь ман. Пинфу Дора, пинфу Ицудора. Ебать, заехала. Почему мне такие руки заходят так редко? Найс хэнд. But I have problems with the 7 pin. Which I can't. Я не уверен, что I can't solve this problem with 7 pin. Я могу скинуть 9 со и идти в Таньяу здесь. Но мне кажется, это очень слабый путь. Мне кажется, это очень слабый снос девятки со отсюда будет. Нет, девятка со очень слабый снос, мне кажется. Да, он сильно руинит. Но Ричи на 7 пин это тоже какая-то галимая хуйня. Ну, 2 дора дилер, по идее, вообще не должна ебать. Ладно, похуй. Just simple thing. Ричи 2 дорас with dealership. И just strong... strong move, but... weight is pretty bad. I don't believe in this kind of weights. Shimmer don't give a fuck about me. Блять, вообще охуел, ну. Ну я не понимаю, как вы это кидаете, блять. Ну не может так человек кидать. Ну все, наконец. Наконец, блять, наконец. Наконец. Я не знаю, как это сработало, блять. Такие речи абсолютно не в моем вкусе, стиле и прочее. Я такие речи не кидаю, но знаю, что типа правильно кидать. То, что я выиграл, счастливая случайность, это такая не особо достойная победа. Но вполне возможно, мы сейчас откроем счет с вами, ребят. Откроем счет, и можно просто, знаете, блять, из горла пить, короче, в честь этого ЦУМО и моей возможной победы в Ханчане. Не, вообще не хочу больше разбирать Ханчан, на самом деле. Как-то тупо звучит. У меня цель все-таки не сим разбирать Ханчан, а сыграть дистанцию с Нагой. Равные вещи, хочу вам сказать. Просто я знаю, что завтра мне придется рано вставать. У меня турнир будет завтра. Давайте я не буду ебать мозг. У меня все-таки в руке Таньяу есть. Легкая победа вкуса из Шимычи. Подомотенил. Но, кстати говоря, я начинаю думать, а знаете о чем? Возможно, сейчас игра более живая пойдет. Типа, ребята, Томан и Камичи, они ведь играют, защищая четвертое. А у меня есть очки, которыми я могу пользоваться и как бы сошикомить. Возможно, это то, чем я смогу воспользоваться.
воспользоваться своими очками. Ну, за ваше здоровье и за мое очко. Я и Шантен здесь, я не знаю. Лично Семан, кстати говоря, не самое уебищное. Нага сильно переживает за четвертое. Но здесь три наги. Нага должна занимать три раза из четырех четвертое место, как минимум. Но пока что... Пока что не Нага проигрывает. У меня ощущение, что я все-таки должен здесь речнуть буду. Охуеть, кричали гости. У Кири повысилось. Ага, сейчас понизится, блядь. Вот сейчас я въебусь в Шимычу и поеду нахуй. У меня ноль сейфов, кстати говоря. У меня ни одного сейфа нету. Блять, может быть стоило просто самогирить 4 маны и оставить 2 рянмана и приезжать безопасную девятку ман. Зачем я дополнительную кири пошел собирать? Бля, ребят, я не готов, блять, дальше катать. У меня опять стресс, нахуй. Я, блять, сука, в стрессе постоянном из-за этой наги. Ну что я должен был делать? Нужно было кидать... Ну зачем я 4-7 мана ставил у Кири? У меня и так хорошие 2 рямана были. Я думаю, Нага на моем случае кинул бы супер часто 6 ман. Так. Это никогда не будет читой, поэтому я даже не должен о нем думать. И надо соглашаться здесь просто с небольшим... Не надо соглашаться с небольшим таким путем к второму месту. Раз уж так случилось. Ну все, это не остановить нахуй. Насколько верно это решение. Ты имеешь в виду кидать 9 ман вместо 4 ман в предыдущем кончании. В предыдущей раздаче, да? Ну все, его уже не остановить, блядь, это уже все, это монстр нахуй. У меня за, блядь, у меня 30 тысяч не было за 7 ханченов, да, получается? Так, я подержал 30 тысяч один разочек, сейчас 39. Ну все, блядь, это не остановить, я не знаю, как это работает, блядь. Сумма 18 просто, нихуя. Бля, реально хочется отдохнуть, пойти в дотку поиграть. Вы же не обидитесь, чатик. Не обидимся. Завтра будет турнир, а всем завтра с утра буду стримить. А, кстати говоря, кстати, ребят, вот, кто... Давайте с вами посмотрим быренько, кто мне ответил на почту по поводу викторины. Я вам напомню, викторина стартует. Точнее, уже стартовала. Сейчас, мне даже просто интересно, сколько людей послал свои голоса. Раз, два, три, четыре. Четыре человека... Так, сейчас спам проверить надо. Четыре человека послали свои варианты. Ну, 400 рублей я разыграю. Капа. В принципе, надо доиграть до часу ночи, на самом деле. Тогда я смогу вам показать свои результаты, свои, точнее, то, как я проголосовал, его обосновать. Темпай, триман, тройка ман, все живая, 500 опасно, ну, вроде можно кинуть. Тройка ман даже хорошо выглядит, по сути. Блять, я сейчас еще спущусь. Блять, я кинул речь и спустился на третье. Я, блять, ну я не знаю, как это играть. Я чувствую, блять, ребят, все. Викторина в ВКонтакте у меня была. Короче, есть 48 участников завтрашнего турнира.
И цель была, короче, распределить их от 1 до 48. У кого будет меньше отклонений от реальности, тот получит от меня приз денежный. Вот такая история. От меня лично я возьму свои денежки с кошелька и начну вам выплачивать на карту. Ну, все очень высоко ценят Ольгу Алексееву, кстати говоря. Хотя, может быть, не все. Сейчас я перепроверю. Надо скинуть 1-2 со, либо 2-4 ман. Если я кину 2-4 ман, Шимычу возьмет Чи, либо Рон. А, 1-2 со это Дора. Ладно, 2 команд кинул на опасно против Шимычи. Но мне все равно придется так сыграть. Ух, нихуя себе. Нихуя себе. Ну, надо рисковать, я все-таки на этом самом, на третьем или на втором. Дворям. Ну, дура, я кинул, может разъебать. Не особо крутая мысль, кстати. Мне кажется, это даже вообще не особо круто я сейчас играю, то, что я сейчас... Можно было 7-800 скинуть здесь. Просто... Вот сейчас интересно, как Нага оценит. Нет, даже лучше, наверное, было 4-5 ман продолжать скидывать. Я просто, если кину двойку слон, меня Шимыча сейчас убьет нахуй. Это надо было сразу надо было предсказать. Нет, за снос 2 кисло я отлетаю нахуй, мне кажется. Я отказываюсь, я передумал. Во-первых, у меня шестерки ман, одна штука осталась, шестерка ман. Во-вторых, тройки ман не выходили, так что, блядь, нахуй. Не-не-не, Нага не кидает похуй Ричи, это не про нее. Блять, я, короче, я еблан. Я должен был кидать 4-5 ман. И думаю, Нага со мной согласится, что я должен был скидывать реалман ради края на тройку соло. Не доиграл я. Согласен. Тут это тоже, на самом деле, ну, надо будет рассмотреть. Ричи, ну я достал 800. Ну, пошел я нахуй, да? Ладно, у меня еще север есть из спона, который можно кинуть. Так, блядь, ну ладно, подождите, еще есть такой вариант. Вообще охуеть, что происходит. Два со проходило. Ебать. Пейка три, ебать. Обошли угрозу. Еще и темпай покажем сейчас. И все-таки Шимыч жжет на 2 со. А камень жжет на 1-4 со. Ух, блядь. Сука, я прям не знаю, волнительные моменты. Мне на самом деле более интересно, кто какие места пишет. Кто какие пишет результаты, кто хуже всего. Но вот то, что там мог слабее всех, кстати говоря, ну тут уже много людей соглашаются со мной. Так, я хочу идти в Таняо, плюс этим поном я даю Шимыч дополнительное взятие. Шимыч пугает. Ну да, это 10-й дан, он пугает. Я могу сыграть с Ашаком, это, в принципе, даже более разумно будет с моей стороны. Только вот каким способом? Для начала надо как-то понять, есть ли у Шимыча Дора вообще, в принципе. Я должен сыграть с Ашакоми здесь. Обязан. Если я кину 4 пин, сейчас Шимыч возьмет с меня Рон. Я не хочу кидать Шимыча 4 пин. Ладно, я просто посижу. Я поясню. Если... А, блядь, или не поясню. Сейчас в тему смерти кухай хуницу, я вообще проебу все. Сука, он собрал. Я ему даже юг не кинул, он все равно собрал. Блять, я третий. Блин, у меня просто дичайший пожар в жопе. Минус 40 тан.
Так, ну мы все равно едем куда-то. Правильно ведь? Куда-то мы все равно приедем. Дура, очень не хочу кидать на самом деле. Ну, хотя... Я не знаю, от 1500 ничего не решится. Значит, нужна Дора. Ну, давайте вот так сыграю. Хуй знает, то и, конечно... Пиздец какой-то, той той. Дору скинул. Ну я не знаю, Дору здесь уже надо кидать. Хочу второе. Мариванну хочу. Не заходит. Ну я, наверное, возьму темпай на 22-5 пин, на 24 пин сампон. Магире. Нага скажет мне, что я еблан и должен блокировать 4 пин. Но я хочу оставить вариант на той-той. Той-той и кухай. Где нормал дым? Сейчас, если камень берет сумму ханиман, я вообще проебал. Я не хочу защищаться, и мне нечем защищаться. У меня все тайлы опасны против камеча. Все тайлы в руке опасны против камеча. Это, конечно, анекдот, блядь. У меня будет еще одно взятие. Если я достану 7 пин, я ее кину. Что такое нага? Камичи ждет на 5-8 пин. Нага это мой соперник. Это японский бот, который играет на уровень 10 дана. То есть небесный уровень игры. И чтобы сыграть с ним, нужно оплачивать подписку. Нага это вот мой, это все мои соперники здесь. Это боты. Роботы. Искусственный интеллект, который играет на уровне суперсильного игрока. И страшно меня ебурит. Страшно. Аж, блядь, зубы скрипят. Как он на меня ебурит. А чтобы вы знали, блядь, зубы у меня нормальные. Так, Тойман куда-то спешит. У меня ручонка нормально может быть здесь. Не знаю, на самом деле вместо двойки... Вместо двойки можно было скинуть чуть по-другому, наверное. Ну все, темный кухайдора, блять, он сейчас будет меня убивать. Он скинул 7 пин из руки, ну почему ты не реагируешь? Мать твою, блять, он кинул 7 пин из руки после чи. Ну почему ты не реагируешь, почему ты набрасываешь, блять? Все, в пизду, я не хочу. Нахуй. Все, блять, нахуй, нахуй. Нахуй эту игру. Пойду, блядь, заниматься чем-то другим. Сейчас бы я кинул бы 9 ман, потом бы Шимыч достал бы 7 пин, достал бы единицу ман. И кинул бы единицу ман, кинул бы 4 пин, достал бы 6 ман, после того, как прошла... и после того, как прошла... В этой игре, блядь, я бы кинул Ричи или Стречку. И хули. И я потом накинул бы еще, блядь, ебать. Я бы оставил бы четверку ман, и все равно накинул бы четверку ман в дырку Шимыча через пару ходов, кинув Ричи. Потому что 3-6 со, где? В пизде. Две здесь. Две здесь. Одна здесь, одна здесь. Еще две штуки. Одна в пизде, другая останется Тойману. Охуеть. У всех все заебись в сол, и у меня здесь форма, блядь, вообще. Форма пойти нахуй.
Третье место, я ему вообще нихуя не рад, ребят. Все, нахуй. Я очень недоволен, блядь, тем, что происходит. Спасибо, что смотрели. Стрим шел 1:40. Всем пока. До завтра. Завтра будет турнир. Все, пока-пока.